Привет всем, вы на канале Ани Казе, меня зовут Аня. Сегодня покупки из магазина «Пятерочка». Взяли мы там муку, 2 килограмма вот такую. Уже брали не один раз, нам понравилась такая мука. Также взяли яйца. 67 рублей, по-моему, они стоили. Такие вот крупные. Так, дальше взяли вот такой вот арахис. Россия 2018, 40 грамм. Взяли вот такой вот сыр сулугуни, Гиагинский молзавод. Будем делать хачапури завтра, в воскресенье. Взяли кунжут, такой пакетик для выпечки. И взяли попробовать еще вот такое пиво. Особая варка, 387. Рецепт калужской пивоварни. Вот, первый раз такое увидели, решили взять попробовать. Так, что у нас здесь по ценам? Так, пакет стоит 5 рублей. Пиво 39,99. Кунжут 27,80. Арахис 15,99. Сулугуни 229,90. Яйца 67,99 и мука 41,89. Итого сумма покупки составила у нас 468 рублей 64 копейки. Вот такие вот были у нас покупочки. Ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А также не забудьте поделиться этим видео в социальных сетях. Буду вам очень благодарна. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.